Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Перспективы жилевого будовництва в регионе сегодня обмерковали на пресс-конференции у облвыканкаме. Сегодня ж у Гомеля прошел урочистый сход, присвященный надыходящему дню медицинских работников. Депутаты Гомельского городского совета сегодня звернулись до питания социальной реабилитации детей с особливостями психофизичного развития. У Гомеля открылся областный профильный оздоровленчий лагерь для лидеров вучнёвского самокирования. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Пресс-конференцию об перспективах жилевого будовництва у регионе сегодня провел старшиня комитета по архитектуре и будовництве Гомельского облвыканкама Андрей Барановский. И он поведомил, что на початок года под сядибную забудову выделено больше за 13 тысяч земельных участков. Для продажи проз аукцион по опошних даденных сформировано 250 участков. 44 из них уже обзавелись господарами. Так само у регионе сёлета плануется побудовать больше за 210 тысяч квадратных метров у складе шматповерховок. Андрей Барановский отзначил, что зараз стоит задача отвести от понятия держпотрымка, але при этом предоставить людям кредиты на доступных умовах. А для тех, кто находится у складанным финансовым становище, предугледить держдопомогу в выгляде субсидий. Один из первых кроков то, что сёлета стало махчимым отримать кредит по ставках удвоя меньших ставки рефинансования Нацбанка. Вогуле жилевые потребы насельництва постоянно анализуются. Проведен мониторинг, скажем так, на каких бы условиях и что бы хотели люди, какое жилье все-таки, какого плана. Ну и факт такой, что в принципе людям надо небольшие квартиры для того, чтобы молодая семья могла, скажем так, на начальном этапе взять кредит и смогла построить это жилье. Стоимость слаживается в ценовых характеристиках, вот если спрос взять по районам меньше 20 тысяч населения, то это от 500 рублей до 750. Поэтому на сегодняшний день стоит задача войти в этот ценовой фактор и предоставить возможность людям строить жилье то, которое они готовы покупать. Новый напрямок – будовництво на коммерцийной основе индивидуальных домов. Проект начали освоивать в Мазырском районе. Площадь от 140 до 160 квадратных метров с гаражом, а так само участком каля 7 соток. Ориентировочный кошт в межах 650 рублей за квадратный метр. У будущем такие домы начнут будовать и в других районах в области. Тем больше, что попыт на их есть. Что тычется Гомеля, то тут перспективные для этого пляцовки Романовичи и Червоный маяк. Больше подробязную информацию по теме будовництва можно отримать у администрациях своего района альбо у одином центре продажу кватер, які дзейнічае у областным управлении капитального будовництва. 18 червеня люди, якія маюць дачыненне да сферы аховы здароўя, адзначаць сваё прафесійнае свята. Традыцыйна ў нашай краіне яго святкуюць у трэцюю нядзелю чэрвеня. Напярэдадні гэтай даты сёння ў абласным грамадска-культурным цэнтры адбыўся ўрачысты сход, на якім лепшым медыкам Гомельшчыны ўручылі заслужаныя ўзнагароды. На месцы падзей пабывалі нашы карэспандэнты. У зале Гомельского областного грамадско-культурного центра медики, керовники установ аховы здоровья, фармацевты, навуковцы, выкладчики медицинского университета и ветераны сферы аховы здоровья. Усяго каля тысячи человек. Тут напередодні своего профессийного свята слова веншаванню яны отримали от керовников в области города и представников профсоюзного руху. В преддверии вот такого праздника я хочу всех поздравить, пожелать, чтобы у нас самих было здоровье, чтобы его оставалось в любом возрасте как можно больше. Тогда мы сможем с лихвой отдать вот это вот то, что у нас есть, и передать людям, нуждающимся в нем. Сегодня в медицинской сфере Гомельщины працюю больше как 42 тысячи человек. Лепшие из них подчас урочистого сходу были удостоены гоноровых грамот и подяк. Узнагороды отримали несколько десятков человек. Вся рудых Валентина Любина в медицине амаль 30 годов. У гэты ж день за самоотданную працу деле здоровья своих пациентов значным подарунком для ЕЕ стал нагрудный знак «Выдатник аховы здоровья Республики Беларусь». Если выбрали люди эту профессию, то идти и, так сказать, до конца и использовать весь свой потенциал. И человеческий, и потенциал, и здоровье, и вот все, что у человека есть, он должен, в принципе, наверное, отдать этой профессии, потому что профессия – это
одна из самых важных и главных. Дякуючи праце гэтых людзей на Гомельшчыне дасягнуты высокія паказчыкі па развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы, укараненні новых методык дыягностыкі і спецыялізаваных відаў медыцынскай дапамогі. У выніку ўсё гэта дапамагло палепшыць асноўныя паказчыкі здароўя насельніцтва. Акрамя таго, цеснае ўзаемадзеянне навукі, практыкі, санітарна-эпідэміялагічнай службы і фармацыі дазволіла Гомельскай вобласці заняць дастойную пазіцыю сярод рэгіёнаў краіны. Удалося значительна знізіць смертнасць дзецкага насялення і младзенческую смертнасць, што, безусловна, позволіла дастіч определенных положительных тенденций в демографической ситуации Гомельской области. Поэтому задача 2017 года как минимум удержать достигнутые показатели. Безусловно, что для этого необходимо у нас есть соответствующие профессиональные кадры, диагностическая база, материально-техническая база. Ну, и, безусловно, самое главное – ответственное отношение к делу, которому служим. Ганна Ковалева, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Депутаты Гомельскага гарадскога савета сёння звярнуліся да пытання сацыяльнай рэабілітацыі дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Размова ідзе прыкладна аб 7,5 тысячах чалавек ва ўзросце да 18 гадоў. З праблемамі і перспектывамі іх вырашэння знаёміўся Олег Сенцероў. По особенностям, это накированная работа с детьми, которые имеют особенности психофизического развития. У Гомеля началась 20 годов тому. В 1998 тут открыли центр коррективно-развивающего научения. Ранее такие дети находились в лепшем выпадку. У специализованных домах-интернатах, по особенности, закрытых установок. У 98-м был створен и первый в Гомеле банк даденных детей с особливостями развития. До этого реальная ситуация, по сути, никто не ведал. Сегодня в областном центре таких детей около 7,5 тысяч. Сирот самых тяжких захворываний – аутизм, когда дитя не воспринимает навокольное осяроддзе, а так само церебральный паралич. Але и они зараз не застаются без уваги сбоку специалистов. В последнее время все меньше и меньше стало детей обучаться на дому. В основном это та категория детей, которая по каким-то причинам в соответствии со своими нарушениями не может посещать детский коллектив. И это лежачие, конечно, детки очень тяжелые, но обучаем мы в настоящее время всех детей. У городском отделе эдукации перекананы до полновартостного життя можно вернуть до 85% детей, которые имеют отхиление у развития. Але заработать это необходимо как мага ранее. По этой причине первые обследования детей начинаются еще у родильных домах. Неде с 3 годов за ими надзирают специалисты системы эдукации. Залог поспеху – початок коррекционной работы еще у детских садах, у темлику специализованных. Зараз у Гомеля таких установ несколько. Для детей с порушениями мовления, слыху и зроку, бодай самая значная проблема – относины батьков. Некоторые заниматься здоровьем своих детей по неких причинах просто не ожидают. Когда идет семья навстречу, понимает, что сегодня надо уделять внимание непосредственно как учреждению образования, так и в домашних условиях. Ребенок быстро получает, скажем, положительную динамику в своем развитии, но мы достигаем поставленных целей. Вместе с тем, не всегда, в общем-то, понимают родители, как важно вот на первоначальном этапе создать все необходимые условия, чтобы ребенок получал коррекцию. Олег Сінцюроў, Ігор Марышченко, телерадыокампанія «Гомель». 16 червня у пятницу отбудется 24-я сессия Гомельского областного совета депутатов на территории Ветковского района. На разледжение вынесено питание об эффективности выкористания в регионе майомости всех форм власности. Регистрация депутатов и всех запрошенных будет проходить с 9:30 до 9:50 у Гомельским облвыканкаме. У Гомелі открылся областный профильный оздоровленчий лагерь для лидеров вучнёвского самокирования. Ён объединял 30 представников областного совета старшеклассников из всех районов Гомельщины. Его организаторами по традиции выступили управление эдукации Гомельского облвыканкама и областный палац творчести детей и молоди. Основная программа лагеря проходит у стенах Гомельского областного института развития эдукации. До речи, тут же дзейнічае областный оздоровленчий профильный лагерь для интеллектуально дораных навученцев. С подробязностями Вероника Ворошилина. Активные, инициативные и мэтанакированные подлетки. Менавіта з ліку таких школьников и формируется змена областного профильного оздоровленчего лагера для лидеров вучнёвского самокирования. У Гомельским областным институте развития адукации для их подрыхтованы тематичные тренинги и интеллектуальные гульни. Так само юных лидеров чекают туристичные походы, экскурсии и разные иншие цікавые забавляльно-познавальные мероприемства. Яны накированы на развитие лидерских якостей и умений взаимодействовать у коллективе дружно и зладжено. Я здесь уже не первый год.
рада тому, что сюда каждое лето приезжаю на девятидневку. Получаю здесь кучу эмоций, общение с новыми людьми. Стараемся дружно, весело проводить время. Областный профильный оздоровленчий лагерь для лидеров вучнёвского самокирования сёлета объединял 30 представников областного совета старшеклассников из усіх районов Гомельщины. Это подлетки, которые умеют нестандартно думать и не боятся высвобождать свои идеи социально значных проектов у житё. В этом году мы взяли такую интересную тему, как пропаганда белорусской национальной культуры среди молодежи. Теми способами, формами и методами, которые интересны прежде всего молодежи, чтобы это было рождено ими самими, чтобы они любили то, что они здесь создадут. И тогда это действительно будет реализовано на местах. Так само у стенах Гомельского областного института развития адукации зараз дейничает областный оздоровленчий профильный лагерь для интеллектуально одаренных навученцев. У им занимаются 125 старшеклассников, которые уже зараз начинают подрыхтовку до олимпиадных выпробований. Одни школьники удосконаливают свои веды у гуманитарных и природознавших науках, иные – про творчий процесс працовного навучання. Занятки у лагеря для интеллектуально одаренных навученцев оживляются по 13 учебных предметах. С подлетками занимаются опытные областные олимпиадные тренеры и высококвалифікаваныя выкладчыкі ВНУ. Дарэчы, насычаная адукацыйная праграма прадугледжана і для настаўнікаў гэтых перспектыўных зорачак інтэлектуальнага олімпу. В течение 3 дней учителя этих ребят тоже будут заниматься с преподавателями высшей школы, с областными тренерами, разбирать задания олимпиадные прошлых лет, областного, республиканского уровня, ну, предполагать, какие задания могут быть предложены разработчиками на следующей олимпиаде и уже сейчас обеспечить им эффективную подготовку. У Гомельским областным институте развития адукации удельников обедвух лагеров чакают насыщенные 9 дней працы, оздоровления и позитивного отпочинку. Сумнений нема, тут каждый школьник знойдет заняток по интересах. Вероника Ворошилина, Валерий Хапанько, телерадиокомпания Гомель. Акция «Безвыплатное донорство» начинается с меня, пройдет завтра в Гомельском медицинском университете. Она будет промеркована до Сусветного дня донора, який штогода означается 14 червня. По попередніх подліках на сдачу крыви записалися больше, як 100 человек. Это студенты и супрацовники Гомельского державного медицинского университета. Непосредственно завтра долучиться до акции сможет каждый желающий. Так само областная организация Белорусского товариства Червоного Крыжа проведет информационную кампанию «Подари життё, стань донором». Волонтеры будут распаўсюджваць материалы об пропаганде донорства, расповедать, где у Гомелі можно сдать кров и какие льготы мают доноры. Акция по наведению парадку на берегах Припяти прошла в Мазырском районе. Двухдневное мероприятие поддержали конкретными деяниями представники мясовой администрации, товариства паляўничих и рыболовов и просто необыяковые горожане. Коренный мазыранин Александр Сиваков – рыбак с опытом. Давно заважу закономерность – водопады поменьшается и улов. Тем не меньше отмовиться от любимого занятка он не может. Как есть время, так на рыбалочке. Это рыбалка, это для меня это все. Это отдых и удовольствие. Скажите, вот на ваш взгляд, в реке Припять рыба есть? Есть. И много. Рыба есть. Рыба есть, есть и много, рыба. Да? Без улова не, как пойдешь на рыбалку, так улов есть. Заўзятыя рыбаловы проводят десятки доводов на корысть своего хобби. Але для большинства это все ж способ релаксации. Мазыру, вядома, у географичном плане пошанцевала. Припять дае магчимость ловить рыбу, купаться, увогуле разнастаить вольный час. Вот только следы этого отпочинку застаются надолго. Левобережье раки от автомобильного моста это хоть и не официйный пляж, але вельми популярное место для пикников. Пластиковые бутыльки, пустые пачки от чипсов, пакеты от соков. Есть и вельми незвычайная смесь. Як сюды трапила частка офисного кресла, можно только мерковать. У початку купального сезона у Мазырском районе вырашили провести акцию и прибрать Припять. До прикладу, гэты участок узяли на себе представники мясцовой администрации. За годину працы некалькі десятков мешков смецця. Сегодня у нас мы находим вот здесь, вот в кустах, такое большое количество мусора. Просто, вот, как говорится, люди, вот, будем как в метре отдыхали, и прямо же от себя в метре вот этот мусор весь посбрасывали. Это, конечно, как говорится, из ряда вон. Вот мы работаем уже около часа, у нас уже около 50 пакетов мусора. И это еще не предел. Банально, але факт застается фактом. Чисто не там, где прибирают, а там, где не сметят. И коли мы хочем изменить нечто вокруг, то починать треба перш за все с себе.
И опошнее поведомление. У Доме профсоюза проходит акция «Мед для пенсионеров». 5 рублей за килограмм, а так само товары для дома и дачи. Усё по 3 рубли 50 копеек. Гэты, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. Далей у эфіры спартыўны агляд з Максімам Савіным. До новых сустрэч у эфіры.